привет, с вами Лена Холод, и сегодня мы вместе с вами будем открывать 16 пакетиков с джампиками. Кто не знает, на моем канале есть первая часть видео, где мы тоже открывали пакетики с джампиками. Если вам интересно, то ссылочка на первую часть видео будет в описании под этим видео. Переходите по ссылочке и смотрите, какие же мне игрушки попались. Сегодня мы будем открывать именно 16 пакетиков с синим цветом. Кто не в курсе, есть синим цветом пакетики и зеленым цветом пакетики. Синие пакетики вам только дадут на кассе за покупку, а зеленые пакетики вы можете сами купить в магазине Лента за 24 рубля один пакетик. Так что вот, еще хотела бы вам быстренько рассказать про эту акцию. В общем, как вы уже поняли, акция проходит в магазине Лента. Акция началась 12 апреля 2018 года и закончится 23 мая 2018 года. Всего в коллекции должно быть 32 джампика. И вот в первом части видео у меня достаточно много попалось джампиков, так что посмотрите обязательно первую часть. Давайте вам быстренько покажу брошюрки. Наконец-то в нашу Ленту привезли брошюрки. Вот так вот выглядит брошюрочка такая вот. Достаточно красочная. Здесь написано Лента, супермаркет, джампики. Получите джампика на кассе 12 апреля по 23 мая 2018 года. Переворачиваем, и здесь вы уже сможете отмечать, какие же вам фигурки попались. Здесь вот есть Россия, Англия, Польша, ну и так далее. В общем, такие вот мячики с разными странами. Очень даже классная акция. Такую брошюрку можно получить бесплатно в магазине Лента. Я вот как раз 4 штучки взяла, все они одинаковые. И давайте покажу вам пакетики. Пакетики все одинаковые, имеется в виду рисунки, все надписи одинаковые, а вот именно цвет пакетиков отличается. Как я уже сказала, есть синим цветом и зеленым. Вот такой вот пакетик. Здесь написано Лента джампики, есть сами вот эти вот джампики. И на обратной стороне здесь что-то написано, честно говоря, не читала, так что не смогу вам сказать. И у меня есть еще... вот столько вот пакетиков, которые открыты. Я решила все-таки вне камеры открыть и посмотреть, какие же там мне попались игрушечки. Поэтому давайте я вам покажу именно открытые пакетики. Итак, какие же мне фигурки попались? Первая фигурка выглядит вот таким вот образом. Такая вот маленькая. И если вы еще не знаете, то эти фигурки можно вот так вот делать. То есть тут пружинка. И... в общем, вот так вот делаете и подпрыгивают. Я не буду сильно надавливать, чтобы не подпрыгнуло и никуда-нибудь не упало. Так что, в общем, эти фигурки, они прыгают очень круто. Такой вот коричневый мячик улыбается. И здесь пружинка красным и белым цветом. Вот так вот выглядит. И давайте посмотрим. Это, значит, у нас страна, Перу называется. Вот здесь вот будет джампик у нас. Далее... вот в этом пакетике вот такой персонаж попался. Здесь уже мячик белым, красным и синим цветом. Тоже здесь у каждого джампика есть пружинка, и каждый джампик подпрыгивает. Очень даже классная на самом деле игрушка. Ну и вы видите то, что пружинка белым, синим и красным цветом. И давайте посмотрим, что же у нас это за страна. Сейчас найдем, и я вам скажу. В общем, это Франция. Вот давайте сюда поставим. Я буду ставить, чтобы видеть, какие игрушки попались мне сегодня. Вот такой вот следующий джампик. Я очень хотела именно вот эту страну. Это Испания. Здесь вот желтым цветом, красным цветом сам мячик. Ну и тоже вот эта вот пружинка желтым и красным цветом. Так, Испания у нас попалась вот тут вот. Далее вот этот предпоследний открытый пакетик. Здесь у нас тоже желтым цветом мячик, только это уже другая страна. Сейчас посмотрим, какая. Ну вот вы видите желтый мячик и пружинка желтым, синим и красным цветом. Вот так вот выглядит. Сейчас найдем. И это Колумбия. Вот сюда вот поставим. И последний открытый пакетик тоже здесь. Это повторный джампик, только что он нам попался, Колумбия. Вот так вот выглядит. В принципе, ничего нового. Все игрушки одинаковые, даже повторные. Так что вот здесь будет стоять. Ну а теперь давайте будем открывать закрытые пакетики. Я уже взяла ножницы. И открываем первый пакетик. В первом пакетике нам попадается вот такой вот джампик.
Вот так вот выглядит коричневый мячик и пружинка зеленым, красным и желтым цветом. Сейчас посмотрим, что же это за страна у нас такая. Главное найти, это Сенегал. Не знаю, правильно прочитала или нет, надеюсь, правильно. В общем, вот здесь вот будет у нас джампик. Следующий пакетик вот этот. И вот здесь у нас вот такой вот джампик попался, очень даже такой классный. Белый мячик и пружинка здесь красным, белым и синим цветом. Вот так вот выглядит. Все пружинки вот так вот хорошо делают, сгибаются. И это у нас Исландия. Вот сюда вот поставим. Следующий пакетик вот этот вот. И кто же у нас здесь? Итак, открываем. Вот такой вот джампик, мячик синим цветом. И здесь красный, белый и синий цвет у пружинки. Сейчас посмотрим, кто нам попался. Это Австралия у нас, вот я вижу. Здесь должен джампик быть. Вот этот пакетик. Смотрим. Они все такие надутые пакетики. Прям лопаются. Следующий вот такой вот, очень миленький, посмотрите, такой мячик классный, сфокусируется вот, мне очень нравится белый мячик, и здесь есть рисунки красным и синим цветом, а сама пружинка белым, красным и синим цветом, вот так вот выглядит. Итак, ищем, это у нас какая страна, это у нас Хорватия, вот сюда вот поставим джампика, следующий вот этот пакетик. И тут кто же лежит? Это повторный джампик. Сейчас посмотрим, какая страна. Это Исландия. Вот такой джампик. Ну, давай фокусируйся. Вот так вот выглядит белый мячик. И здесь вот рисунки красным и синим цветом. В общем, не буду повторяться. Это повторный джампик. Следующий вот этот пакетик. Вот так вот выглядит джампик. Сейчас фокусируется. Белый мячик и пружинка зеленым, белым и красным цветом. Вот так вот выглядит. Сейчас давайте посмотрим, кто же нам попался. А сейчас это Мексика. Давайте вот сюда вот поставим. Следующий вот этот пакетик. И здесь вот такой вот красный мячик. Это Россия. Ну, здесь вот белым, синим и красным цветом пружинка. Вот Россия нам попалась, сюда поставим. Далее вот этот пакетик. Кто же тут у нас? И здесь вот такой вот очень миленький, мне он очень нравится, персонаж. Красивым цветом, таким голубым и белым. Мячик и пружинка тоже. Давайте посмотрим, кто же это. Это Аргентина. Вот вижу, здесь будет стоять на своем местечке. Вот этот пакетик тоже здесь у нас. И вот такой персонаж нам попался. Вот белым цветом и красным мячик. И пружинка тоже белым и красным цветом. Ищем. Что же это за страна? Это Англия. Сюда вот поставим. И предпоследний пакетик. Вот так вот выглядит. Открываем. Кто же тут у нас лежит? Вот такой вот джампик нам попался. Синим цветом мячик. Это вроде бы повторный. Да, это повторный мячик. Вот так вот выглядит. Здесь все. Сейчас скажу, что это за страна. Это Австралия. Так что повторный джампик вот здесь будет стоять. И остался вот этот последний пакетик. Так что открываем. Барабанная дробь. Кто же здесь нам попадется? И это не повторный. Очень круто. Смотрите, как он выглядит. Такой классный. Мне нравится. Даже цвет прикольный такой. Это Тунис. Вот такой вот мячик бежевым цветом. И красная пружинка. Вот так выглядит Тунис. Вот здесь будет стоять.
И, в принципе, это все пакетики. Я надеюсь, то, что я все открыла. Да, это все пакетики. Так что, вот, у нас сегодня есть 3 повторных джампика. Давайте вам покажу. Нам вот такой джампик попался повторный. Еще попался вот этот вот джампик повторный. И вот этот вот. Все остальные у нас не повторные. Это очень хорошо. Так что буду дальше собирать коллекцию. Обязательно у меня еще на моем канале будут видео с этими игрушками. Вам это видео очень понравилось, где я открываю джампиков. Так что будет обязательно продолжение. Так что вот такая вот акция. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ну а на этом было все. Всем пока. Ждите новых обзоров.